Всем привет! Сегодня мы будем слушать Рэма, грязного Рамироса когда-то. Теперь он, видимо, стал чистым. Трек называется «Не зови меня на рейв». А рейв – это у нас что? Это тусовка такая, грубо говоря. Да. Вечеринка. То есть, короче, он стал таким чистым, что он на тусовку не хочет идти. Друзья мои, напоминаю вам о том, что мы есть в телеграм-канале, что у моего старшего сына Максима есть игровой канал, что две мои книги выложены на Литрес, а мы собираем донаты на новую камеру. Итак, погнали. Я пришел трясти вас как психоз. Подача переборвится, что меня бьет. Убьет тебе легко, на ритме не кому зло. От маньяков твой воспаленный нерв. На воспаленный нить я вас веду в огонь. Вне закона и нотации. Без оков я разогнался, не съебаться вам пацы. Я обязан подоболеть по-царски. Об этом и есть антураж. Интриги тешится мой брат. Дорогу знает самурай, как дед фура. Пришла пора порвать парад. Уродов рев толпы, как рев барак. Ядерный эффект, голова в огне. Выхожу на трек, мастера в огне. Нашим молодым это все как ранее. Ведь я тоже побывал на самой глубине. Мы контроли выстрел твои мозги. Мистеру побей со стрельной тайги. Если от тебя услышу только лишь такит, то у тебя на горле вырежут найки. Не зови меня на рейв, не зови меня на рейв. Я страх тут всех. Не зови меня на рейв, не зови меня на рейв. Все по пизде. Сразу пойдет я здесь, чтобы начать процесс. Ебать во всех. Не зови меня на рейв, лучше назови отец. Позови меня на рейв, позови меня на рейв, я карту всех. Позови меня на рейв, позови меня на рейв, все по пизде. Сразу пойдет я здесь, чтобы начать процесс. Ебать во всех, позови меня на рейв, потому что я отец. Она добралась до него. Да. Ну, не знаю. Лучше бы не было этого клипа. Тогда это было бы веселее. А когда-то... Ну, клип, в принципе, интересный, но не знаю. Не знаю. Ну, хотя, с другой стороны, если сравнивать с Моргенштерном, здесь было даже чем-то красивее в плане... Ну, не сам этот чистый Рамирес, а как-то девчонки были поприличнее выглядели, ну, вот, по моим ощущениям. Ну, у них были другие фишечки. Итак, что, если мы сейчас с вами оценим, то что у нас получается? Ну, по словам, конечно, там вот опять чего-то там. Но, в принципе, 8 баллов точно можно поставить. А на рейв его точно звать нельзя, потому что он там не очень хорошие слова говорит. Вот, по музыке было очень драйвово, кстати. 9 баллов за музыку поставлю. Вот. А клип был тоже интересен, но не знаю, там было много такого, чего, может, и не стоило бы 8 баллов.
Вот. И ну, было что-то такое бы относительно неплохо. Вот. И ну, атмосфера, вот мне кажется, все-таки клип он мешал атмосфере, поэтому, наверное, атмосфера 7 баллов. 32 балла делим на 4, получается 8 баллов. Ну, неплохо. Кстати, я его в последнее время даже хвалила. Ну, особенно, когда он на батле там, помнишь? Да, я помню, что я его что-то там хвалила. Вот, ну... А в первый раз помнишь, как ты его еще в масках когда... Помню. Лучше бы он был в маске. Ты ужаснулась тогда. Ага, даже так. Да. Всем пока.